Капитан армии США Джеральд Уилкинс скрывается от нацистов с тех пор, как они разбомбили Манхэттен. Мы вели безнадежную борьбу. Гибли или пропадали без вести. Потом пришел приказ. Генерал Шварц хотел взорвать кусок Америки, и я должен был ему помешать. Я хотел убить всех нацистов на своем пути. Капитан Уилкинс получил задание взорвать самое опасное оружие в мире — солнечную пушку. Пушка нацистов. Создана нацистами, управляется нацистами. Скоро утонет в крови нацистов.